Рыбакит папа рисует. Так далее, ну как бы как двойку получил. Привет, ребят. Влад Медведь. Всем привет. У него еще нет своего канала, кстати. Я всех, кто ко мне приходит, я всех подбиваю открыть свой канал и выкладывать. Ты знаешь, вот Супер Дима есть, да? Он что там? Он не рисует, он просто выкладывает как влог. Что он делает, как он там чего-то придумывает и так далее, понимаешь? Так и ты придумывай. Уже модный Катя открыла. Я еще сам себе открою канал отдельно. Еще там всех прошу открывать тоже канал. И кто там рисовал, например, там Данила Мастер приходил, тоже открывал свой канал. Так что сегодня рисуем сноуборд. Так, рисуем сноуборд. Ну, ты как бы не стесняйся, рисуй прям каляка-маляка, можешь рисовать. Ты видел, как Ваня рисует? Нет. Ты не, ну, в смысле, на трансляции, как Ваня рисует, Иван Дурак у нас. Ну, как он рисует, как... Вот я, например, как рисовал. Давай скетчинг, смотри, такой... Вау, это сноуборд у меня такой, знаешь, потом раз такой... Парень такой сидит, такой, вау, одну ногу нарисую. И сейчас скетчинг рисуем. Иногда, знаешь, хочется нарисовать покрасивее, и ты рисуешь, а у тебя все хуже и хуже. Хуже и хуже. Такой думаешь, нет, брошу-ка я это рисование, да? Вот Ваня, он рисует вот так примерно. Он так просто рисует, раз такой, и руку рисует, сразу рука сюда идет, раз здесь человек такой. Сноуборд. И пока будем, сейчас вот мы нарисуем, пока будем рассказывать, смотри, вот. Раз, и сюда он в перчатках. Сноубордисты, они как космонавты. Все должно быть специально для этого куплено. Сноуборд специальный, ботинки специальные, штаны специальные, трусы специальные. Все специальное, майка, все, кофточка, все специальное, понимаете? Все специально. Если ты одеваешься и едешь не в специально, то ты лошара. Из-за этого у меня сноуборд как бы немножко, как бы я не понимаю, что это спорт по одежде и аксессуарам, сколько денег надо потратить, чтобы купить сноуборд, чтобы его перевезти в другой конец мира и там покататься минут 20, ну или час, да. Ну, такое. Ну, для таких, для более таких, ну как бы... доходчивых людей с большими доходами, например, может переехать куда-то, ну или для молодых людей, опять-таки, которым не нужно работать, и можно, здесь я такой склон нарисую. Ну и пока, тогда расскажи свой, ты выбрал сноуборд, вот, тогда ты рассказывай что-нибудь, давай. В основном не выбирал не я, я помню еще с прошлой трансляции нас очень просили. Сноуборд. Да. Ну, в принципе, да, да. Но это как бы по просьбам телезрителей. В прошлый раз мы рисовали много спорта и обсуждали его. И многие спорты нам не понравились. Тебе этот понравился? Ну, он такой экстремальный спорт. Ну, в принципе, да. Мой друг купил сноуборд, через 5 минут он сломал ногу и 2 месяца лечил. Совершенно, да, это супер экстремальный спорт, который, знаешь, без хороших тренировок, если ты действительно должен сначала покататься с учителем, как бы, чтобы он тебе показал, как, да, знаешь, как, чтобы сразу не сломать ногу. Ну, тут поехал. С небольшого спуска и... Так, и как тебя зовут? Влад его зовут. Да, и он учится в школе, в обычной школе. Можешь рассказать про себя попробуй, потому что не все знают, не все заходили на наши стримы. Сейчас будет перерыв, Катя, ты и Леонид. Расскажи про себя побольше. Расскажи. Учусь я более или менее хорошо. У меня, ну, я хорошист. Таких плохих оценок в основном нету. Думаю, и не это. Не сыпка, чтобы, да. Знаешь, так. Короче, мы так говорим, мы тут недолюбливаем отличников, прямо скажем. Но рисуем. Но еще, чем ты занимаешься? Сколько тебе лет? Особенно важно, когда дети, согласись, вот ты, например, с кем-то здороваешься, спрашиваешь, сколько тебе лет, там, знакомишься, знаешь? Ну да. Ну это важно. Мне 14, я занимаюсь легкой атлетикой. Не легкой атлетикой. Ну... Ты занимаешься, кидаешь ядро, я знаю. Да. Ядро, он кидает ядро, и как бы он может как раз человек, который занимается спортом, я считаю. Я долго хотел поднять, давно хотел поднять тему спорта в рисунках. Но как бы я сам не суперспортсмен. Мне как бы, ну, как бы, знаешь, я так, ну, не очень-то авторитет в этом, что ли. А теперь к нам пришел настоящий спортсмен, который с утра до вечера прыгает, скачет, что-то делает. И он реально может и имеет право это делать. Так что... Встречайте настоящего спортсмена. Тебе нравится быть спортсменом? Ну, более или менее. Ты хочешь завоевать золотую медаль на Олимпийских играх? Хотелось бы. По бросанию ядра?
Ну, это будет сложно, но я буду стараться. Ну, а думаешь, каком-то легче? Мне кажется, это еще ничего так не очень-то и это. Ну, представляешь, там, например, бег там. Вообще там такие негры бегают, что не добежишь даже. Даже в раздевалку не добежишь, он быстрее тебя добежит. Ну, бег это тоже очень хорошее. Ну да, но там золотую медаль не заработаешь, мне кажется. Настолько такие крутые парни там бегают, что... Я даже боюсь соревноваться. Хотя хочется, конечно. Ты сколько 100-метровку бегаешь? 100-метровку? Я не помню. 60 метров у меня я на соревнованиях пробежал 8.5. Блин, это круто. Я вот тоже бегал. Я там делал сначала что-то там 14 секунд надо бегать. Да? Ну, там, ну, сначала там 20 секунд мы бегали, потом мы с другом бегали вот постоянно, каждый день 100-метровку бегали там, знаешь, так 10 раз бегаешь подряд, так медленно, так чик-чик-чик, как всегда тренировка. Да? И потом мы так начали набирать, и потом мы, знаешь, такой через месяц пришли в школе, там надо было бегать. Мы такие как, ну, даванули, и нам было что-то там типа... 12 что-то. А все остальные, например, прибежали еще хуже такие. Нам сказали, вы это схитрили, короче, за черту заступили. А мы не схитрили, мы старались бегать. И, короче, нам засчитали. И с того с той поры я перестал бегать. Ну, говорят, ты там, знаешь, когда там учитель там стоит, да, а ты можешь подойти, пока он там не видит, что он там уже там 58 лет такой. Свистит, ты так что побежал. Ну, можно как бы его обмануть. Ну, многие обманывали, но мы как раз не хотели обманывать. Вот так. Ну, давайте про сноуборд чуть затрем. А то мы как-то про спорт затронули, а сноуборд не затронули. Почему не передаешь привет, не отвечаешь на вопросы? Да отвечаем мы на вопросы, но просто вот привет. Привет, Ирин, мы тебе привет передадим. Большой тебе привет. Угу. Почему на вопросы? Какие вопросы? Как у нас дела? У меня 22. Какие-то вопросы по теме, например, про спорт. Там, или Владу какой-то вопрос. И мы... А, у тебя вроде сын такой. Кривой, что это? А, красивый, подожди. Это про тебя или про меня? Тут они вот с сыновьями все путают, потому что у меня много ребят приходит, и они все считают, что это все мои дети. Все зрители считают, что это все мои дети. Там, ты мой сынок, ты. Все. И я, ну извините, не все мои дети. У меня есть Рома и Павлик, они маленькие, 3-4 года всего лишь. Остальные просто друзья, которые приходят, им нравится получить, поучаствовать на канале, что-то рассказать про себя. И вероятно, я тебя прошу тоже открывать свой канал. У тебя есть что там, интернет? Записал пару роликов, выложил. Как дела там, например, сегодня на тренировку? Что рассказал, что сегодня там такие-то там результаты получил. Раз, ну там, тебе лайки поставили. Классно же. А ты любишь футбол? Футбол мы рисовали в прошлый раз, и как-то так, как ты любишь футбол? Не очень. Посмотреть можно, но нет. Ну а играть с пацанами? Нет. Нет? Вот, а я люблю, не, вот играть нормально, а вот смотреть тоже нормально один раз в 4 года. Ну да. Ладно, ну давай тогда чего, перерыв делаем или что-то хочешь рассказать еще? Да в принципе ничего. Ничего, не, ну ты пришел, давай рассказывай, что. Как газету сдал? Газету, стенд-газету с корабля. Хорошо. Что тебе сказали? Мы рисовали газету. Поставили хорошую оценку. Хорошую, в смысле, тройку? Пятерку. Пятерку? Ну а остальные как выступили, как бы ты в сравнении, что расскажешь? Тоже нарисовали корабли? Мы нарисовали корабль такой, я забыл сфоткать. Ну, с остальных классов тоже, ну, у нас, получается, разные темы немножко. Тема одинаковая, но про разных людей. Были с кораблями, но, конечно же, не такие красивые, как у нас. А, тоже с кораблями, да? Да. Ну, клёво. Ну, ты сфоткай, если что. Ну, мне интересно, как другие ребята, ну, делают, и как бы мы сравним, что делают, например, и как бы движение вперед. Ну, давай тогда так. Что мы в следующий раз будем, какой в спорт, ты подумаешь? Давай сейчас через 5 минут еще нарисуем. Давай. Сейчас в перерывах будем рисовать то с тобой, то с Аней, например, и с Катей, по очереди. Привет, меня зовут Ваня, я папа. Предлагаю вам рыба-кит-бокс, уроки рисования для детей. В коробке мелки, краски, кисточки, пластилин и флешка с уроками. Рыба-кит, папа рисует.